Наша штангистка Александра Козлова вошла в состав сборной команды России по тяжелой атлетике. Спортсменки выступят на чемпионате Европы, который стартует уже в эту субботу в Грузии. Национальную сборную на нем представят 20 российских тяжелоатлетов. Для уроженки Ядринского района Александры Козловой это будет первое участие во взрослом чемпионате Европы. В октябре прошлого года на первенстве Европы среди юниоров до 23 лет подопечная Геннадия Иванова по сумме двоеборья получила серебряную медаль весовой категории до 63 килограмм. В ее копилке также есть золото первенства Европы среди юниоров до 21 года. Его Александра завоевала в 2017 году в Албании. Отметим, последний раз российские тяжелоатлеты выступали на чемпионате Европы в 2017 году. Тогда в хорватском Сплите сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.